больше всего нравится. В итоге мы знаем в конце. Здравствуйте, я администратор группы World of Cats. Я люблю кошек. И больше всего мне нравится цвет рыжий с белым. Спасибо. Здравствуйте, я заместитель администратора группы World of Cats. Мне нравятся кошки, и мой любимый цвет рыжий. Я тоже World of Cats. А любите ли вы кошек? Я кошек? Да. Да так, когда как. Они иногда гадят. Определенный цвет какой вам нравится? Рыжий, белый, черный или серый? Серый лучше. Серый. Серый. Все. Спасибо. Серый, белый. Вот такой я люблю. Здравствуйте. Какой цвет кошек вам больше всего нравится? Серый и черный. Спасибо вам большое. Мы засчитываем серый. Здравствуйте. Какой у вас самый любимый цвет кошки? Черный. А здравствуйте. Какой цвет кошек вам больше всего нравится? Черный. Здравствуйте. Какой цвет кошек вам больше всего нравится? Белый. Спасибо большое. Здравствуйте. Какой цвет кошек вам больше всего нравится? Белый. Какой у вас любимый цвет кошки? Рыжий. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какой у вас любимый цвет кошки? Черный. Скажите, пожалуйста, какой у вас любимый цвет кошки? Серый. Здравствуйте. Кто, по вашему мнению, самый красивый цвет кошки? Здравствуйте. Мне кажется, что цвет перс. Мы подводим итоги голосования. Какой, по вашему мнению, самый красивый цвет котов? Итак, проголосовавших 50 человек. Из них трое не любят кошек. Проголосовало 47 человек. Из них некоторые воздержались от видеозаписи. Итак, победил белый цвет. Второе место занял рыжий цвет. Третье место серый. Черный занял четвертое место. Пятое место занял трехцветный. Шестое место разделили тигровый и серый с белым. И сам очень плохо себя повели рыжий с белым, черный с белым и черный с серым. Из них проголосовало один человек. Подробную таблицу вы увидите позже. Ну вот и закончился опрос. С вами был заместитель администратора группы World of Cats Мир Котов ВКонтакте. Пока! А также с вами был Вадим Кузнецов, администратор группы World of Cats ВКонтакте. Видеть цель, а не преграду, вот окажется, где надо. Пока! If you love it like I love it.